капелька, чу-чу-чу-чу-чу. Звук поставим на всю и соседи не... Ну давай, может, слышали мою песню? Она довольно популярна. Ну, я Макан. Да. Являюсь автором данной песни, если вы не знали. Да подальше все пошло. О, какой красавчик. Всем привет, это Хижина Музыкант, меня зовут Раиль. Сегодня буду притворяться в чат-рулетке, что являюсь авторами таких песен, как «Юность», «Томас Шелби», «А уже все», «Селя Ви» и так далее. Будет очень весело. Есть хорошая новость, ребята, 8 сентября я дам бесплатный вебинар на тему «Как научиться играть и петь на гитаре за 6 простых шагов самостоятельно в домашних условиях». Ссылочка на регистрацию будет в описании под видео. Проведем с вами 2 продуктивных часа, попоем песни, разберем ошибки начинающих и дам много полезных советов. Ну а мы начинаем, поехали. Приветики, семья. Я, пожалуйста. Давай. Может, слышали такую песню? Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Ведь ранила меня стрельбой. А еще что-нибудь можешь спеть? Могу, но я чужие песни стараюсь не петь. Где на канале? А это твоя песня? Да, это моя песня. Чё ты врёшь-то, ну вот, в наглую? Может, слышали такую песню? Сейчас. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи... Чё? Успокойся. Полетело. Да, классно поёшь. Спасибо. Вы скачивали данную песню или добавляли к себе, нет? Я скачивала. Я нет. Ну как уж так, вы мою песню-то не слушаете. Я слушаю. Это твоя, да? Ты исполнитель? Да. Прикольно. Серьезно? Ну вот так сижу, удивляю людей, пою песни свои. А мы тебя не узнали. Мы хотим тебя найти. Сравнить хочешь, что ли? Не переключай. Короче, мы не можем найти. Чё? Ну, серьёзно. Где? Смотри. Да? О, прикольно. Офигеть, я первый раз кого-то знаменитого встречаю. Охренеть. Прикольно. Всё, слушайте мои песни, короче, обязательно. Я побегу дальше. Да, хорошо. Давайте, пока. Приятно было тебя встретить. Пока. Спасибо. О, пати, девчачья пати. Чё, вы в один экран уставились? Парней ищете, что ли, каких-нибудь? Конечно, да, не доняйся. Чего, блядь? Вот нашли. Вот, ну, ой, может, ты там сыграешь, слушай, да. Губу закатай. Вам должно понравиться. Сейчас свою песню спою. За ночи и ссоры прости, я ведь эгоист, но я заберу тебя, и мы оставим всё позади. Когда едешь, ты мне напиши. Как раз любишь ты, дай тонко знать. Когда будешь другим, не скучай. Когда будешь меня вспоминать. Когда едешь, ты мне напиши. Как раз любишь ты, дай только знать. Когда будешь другим, не скучай. Когда будешь меня вспоминать. Это собственное сочинение песни? Ты сам сочинял, нет? Да. Реально больно. Понравилось? Да. Не слышали ее еще нигде? Не. Блин. Ну, видите, непопулярная, чтобы продвинуться, нужны деньги, как сами понимаете. Ну да. Подкините пару тысяч. Мы сами на мели. Помните, в прошлом выпуске мы познакомились с приложением для гитаристов Timbro. Если ты уже протестил, напиши, пожалуйста, в комментариях, как тебе оно. Приложение работает как на iOS, так и на Android. На нем можно разучить мелодии известных песен, аккорды, в общем, хорошо провести время. Мне сегодня в приложении нужно набрать 40 баллов, чтобы был прогресс. Поэтому я сегодня изучу песню группы Кино «Кукушка», точнее мелодию, заглавную мелодию. Thank you.
Все, мы разучили эту мелодию. Ссылку на приложение оставлю в описании под видео. Видите, я повысился в уровне даже. Качайте, играйте. Ну а мы продолжаем. О, май гаш. Что с вами случилось? Магазин ограбили, да? Конченый, что ли? Насмотреться не могу на вас, красоток. Да блин, нет. Мы просто празднуем праздник. Я, короче, выступала с трусами. С песней, с танцем, с настроением. Больше, чаще, без конца. Нет, мы в клуб ходили, короче. Там было день рождения у моего парня. А что-то? Да. Мы, короче, сейчас празднуем. Без него, конечно, но он, короче, домой ушел, потому что ему там надо домой. Его мама позвала, сказала, что он пиздюлей получать будет. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ладно, сыграй чего-нибудь. Давай, спою собственную песню. О, целим би, и пусть мои братья по-прежнему на мели. Я знаю, счастье где-то рядом, оглянись. И пусть за закатом уплывают корабли. Я у целим би, я у целим би. Собственная песня? Да. А ты что, слышал, что ли, где-то? Конечно. Ну, вот да, это моя песня. Спасибо. Ну, я не думал, что она такая популярна. Где ты ее слышала-то? В смысле, это Салеви Макан. Ну, я Макан. Давай, докажи. Голос — это все не доказательство? Эту песню могут спеть все, в принципе. Не, ну, другим голосом, наверное. Совсем нос другой. Губы другие. Ну, смотри, вот такой макантик. Вот такой макантик. Вот он, макантик. Ну? Это не ты. Сасагио, Сасагио. Мне хочется плакать. Мне хочется стучать. I'm savage. На классы иду в земле. Зачем вы славите дьявола? Ну нахер. Ну ты видел? Видел? А уже все. Надо было раньше говорить о том, мой сон. А уже все. Надо было раньше говорить о том, мой сон. А уже все. Надо было раньше говорить о том, мой сон. А уже все. Надо было раньше говорить о том, мой сон. Сколько тебе лет? Очень прикольный голос. Спасибо. Мне 25 лет и являюсь автором данной песни, если вы не знали. Автором? Ну да. Митчелл, знаете, такого артиста? Ну, я, конечно, не везде свечу свое лицо. Митчелл. Сыграй нам что-нибудь. Иксо. Ну давай, может, слышали мою песню? Она довольно популярная. Я как Томас Шелби, со с грустью так и шел бы. И пусть это меня никто песня. Не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе, сам за себя. Я как Томас Шелби, со с грустью так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе, сам за себя. Я... Еще! Популярные какие-нибудь. Ура, мы тебя хлопаем, молодец. Круто, прикольно. Офигенно. Вы откуда сами? Из Саранска. Из поселка. А Мухосранск уж так и скажите. Мы живем, короче, в Мухосранске, где нечего делать. Да ладно! Все люди из чат-рулетки живут в Мухосранске, как будто из одного города. А из одной деревни. В Мухошлюнске. Там у нас еще есть ресторан третий слева, как заезжаешь, называется «Пятый помет корова». Не бывал там? Нет. Обрыганная квартира. О, какой красавчик. У меня нет, не обрыганная. Да извини. Да там дрянь какая-то была. Милый. Да, спасибо. Вы тоже ничего. Спасибо. Пою песни, сижу, а вы? Нам споешь? So I see happy crew on a plane on blue. Oh, I wanna fly with you. I wanna fly with you. Где моя любовь?
за облаками, где за горизонтом малый закат. Скроется солнце, вспомнится ночь, томные очи, твой аромат. Скажи свой инстаграм, пожалуйста. Че у вас этот фон такой классный? Это у меня, да. Долго делала, и как делала такую красоту? А, да просто граффити-баллончики. Это что сейчас было, ребят? Вы видели кадык у этой девушки справа? Это что, транс? Или у девчонок бывает? Вообще в тему, знаешь, такой бес? Типа, пика-пика-чу-чу-чу-чу-чу. Я с тобой хочу, чу-чу-чу-чу. Пика-пика, чу-чу-чу-чу-чу. Я с тобой хочу, чу-чу-чу-чу. Я выбираю тебя. Классно играет. Спасибо, в тему твоей шапки. Короче, давай блиц-опрос. Буду задавать вам вопросы. Давай. Выбирайте один из ответов. Трыщ или качок? Посерединке можно? Плотненький, можно? Плотненький? Ну, обычно это среднее. Кола или чай тогда? Чай. Чай. Егор Крид или Тима Белорусских? Белорусских. Тима Белорусских. Егора Белорусских? Так тоже можно. Сколько парней было у вас? Да! Не считай! Не сможешь. Ноль. Ноль. Ноль, если считать правильно. О май! А, если делить еще, скажи правильно. Ну, делить на ноль, да. На ноль нельзя. А ну да, у вас же частенько так вы обнуляетесь, как расстанетесь, сразу все фотки удаляем, все видео. Ой, как... слушай, что, давай мы еще наговаривать-то начали. Начал заливать. О, привет, блядь. Сыграй по нам что-нибудь. Что, больная? Ты куда лезешь? Айс. Айс Моргенштерн. О, привет, ну, а я тебя уже ты... не видела. Месяца 4 назад. Ну да, где-то так. Вчера вот только разучил, так сейчас. Как поживаешь? Да нормально. Ты, смотрю, тоже до сих пор снимаешь, да? Ну да, стараюсь. А что играть будешь? Собирался, не знаю. Есть земля, где который год, люди так ждут хороших погод. Тучами покрыто небес полотно, было по-другому, но так было давно. Старый мудрец солнце забрал, чтобы проблем никто не знал, чтобы порядок был наперебор. Люди кричат с тех пор: отдай теплу, отдай теплу. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Отдай теплу, отдай теплу. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Вообще класс. Мне кажется, даже лучше, чем оригинал. Напоминаю, что если и ты хочешь научиться играть и петь на гитаре любимые песни, конкретно у меня, по моей школе, по моей методике современных песен, то переходи по ссылочке в описании. Там моя школа гитары и вокала, где я тебя научу играть по той же методике, по которой учился сам. Так что скоро ты заиграешь свои любимые песни из чарта ВКонтакте, iTunes, YouTube. Дерзай. Ну что, как тебе рубрика? Если она тебе зашла, дай знать мне лайками. Набираем 10 тысяч лайков, я продолжаю снимать данную рубрику. Не забывай, что все ссылочки на бесплатный вебинар и на обучение в моей школе находятся в описании под видео. Давайте сейчас определим 3 победителей розыгрыша абонементов в мою школу гитары и вокал. Для этого копируем ссылочку последнего видео. Переходим на сайт Uncle Group, вставляем ссылку и нажимаем Randomize. Это у нас уже традиция. Первым победителем становится Армокинг. Спасибо за контент, поздравляю. Вторым победителем становится Равшан Садигов. Классный выпуск получился, особенно Мияги и Эндшпиль Пушка. Спасибо. И третьим победителем становится Владимир Крижановский. Лайк на первой секунде. Все, ребята, напишите мне ВКонтакте, я вам выдам доступ в мою школу. А если и вы, ребята, хотите принять участие, то под новым выпуском, под этим видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем удачи, пока.